Сразу же всем привет, я думаю, мы сразу же начнем и приступим к видео. Поэтому поехали. Первый вопрос. Стоп, вы это тоже заметили? Да, тут нет рекламы, но она сейчас будет. Клан Раш, как мне кажется, это один из лучших кланов по стендоффу. Заходите в Клан Раш по ссылке в описании и передавайте от меня привет. А теперь можем продолжать. Первый вопрос от человека, который просил мне показывать его ник. Оформление поменял, а интро? Я поменял. Когда фильм? Ну, делаю. Что должно случиться, чтобы ты показал свое лицо? Просто нужно зайти в Fortnite и включить Default Dance. Форт или бан? Будешь делать свою песню? Ну да, как бы сделал. И да, на всякий случай говорю, эту песню я сам сделал, я не помню, какое там приложение, что-то типа бумбокса. И если бы это была не моя песня, меня бы уже давно забанили на SoundCloud. Кто тоже угадал детскую рекламу Rush? Лукас. Ну, я поставил Лукас. Незер крутой? Нет. Какой КД? Ну, в Critical Role у меня 1.39, а в стендоффе 1.60. Как научился играть с Дигла? Ну, я не знаю, само как-то. То есть я научился сначала играть с АВМ, а потом уже научился играть с Дигла. То бишь, самое главное, это не зажимать, а вантапами стрелять с него. Как давно играешь в игру АСВМ? Блин, а я не помню. Лольк. Тек. Ну а что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я вам желаю только всего наилучшего. Всем пока.